Чиновница из мэрии Новороссийска Людмила Обламская схватила коллегу Лилиану Фонареву за горло из-за рабочих моментов. После совещания по поводу обманутых дольщиков и долгостроев, женщины вышли в холл, где продолжили жаркую дискуссию. Обламская не смогла совладать с эмоциями и схватила за горло свою коллегу. К сожалению, в этот момент видео прерывается. Дальнейшее развитие событий можно только вообразить под хорошую музыку. Пилинг и покраска, каждым утром фитнес, каждый вечер маска, и что? 40 все равно, 40 лет это сволочь, 40 лет это сука. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.